Вот так замечательно подрос овес, как сидорат у меня на грядках, вы видите. Здесь я еще посадила фацелию и буду ждать, когда она подрастет, пока не буду ее срезать. Едет она вот так среди овса. Подожду, потому как время есть. Сюда я хочу сажать перчик. А вот на тех грядках овес уже подрос. Не надо дать ему колоситься. И скоро я покажу, что буду делать с этими грядками. Так как время пришло, пора сажать среди виноградников. Видите, я тоже посадила овес, как сидорат. И начинает подрастать. И вот хорошо, что прошел дождик. Дам еще сантиметров на 10 вырасти ему. А потом срублю. Почва должна быть плодородной. Сидоратов весной я посеяла довольно много. В основном, конечно, это овес, как самый малобюджетный. Посеяла также горох, посеяла фацелию. Я так много всего насажала, что вот здесь вот даже немножко сомневаюсь, вика это или что-то другое. Но после того, как я срезала весь овес, я просто беру и перекапываю. Не глубоко, но перекапываю. Вот так вот выглядит умная грядка. Посередине у меня еще будет расти фацелия, потому что я дней через 10 где-то, или даже чуть позже, посажу рассаду перца. А по краю умной грядки мне надо будет посадить базилик. Просто перекапываю и хорошо-хорошо разбиваю, рублю остатки травы и овса. Одна грядка уже подготовлена. Видно, что на ней росли сидораты. И показываю вторую грядку, которую я сегодня буду обрабатывать. Умные грядки замечательные. И у меня есть фильм, и не один. Смотрите. В качестве сидоратов у меня посажен овес и фацелия. И вот фацелия уже тоже хорошо поднялась. Не оставляю ее цвести. И сейчас просто перерублю и потом слегка-слегка перекопаю. Очень хорош плоскорез Фокина. Но у нас наша тяпка. И вот с помощью тяпки я сейчас начну срезать все сидораты. У нас прошли дожди. И тот снег. Смотрите фильм про снег в Молдове в апреле, в конце апреля. И сидораты сыграли свою роль. Они хорошо-хорошо подросли. И моя задача воспользоваться их силой. Теперь осталось хорошо-хорошо порубить лопатой. И уже дня через 2-3 я буду сажать. Очень хороший день по лунному календарю 21 мая. И вот я как раз подготовлю очень хорошо эти грядки для посадки. Понравился совет? Используйте. Ставьте лайк, пишите комментарии. Я вам буду благодарна. Заглядывайте на мой сайт. Там есть много полезной информации. Очередная партия сидоратов ожидает. Видите, как хорошо подросли, уже сантиметров 50. И в следующем фильме по сидоратам
и по умным грядкам, я вам расскажу, что это я здесь посадила. А вот так выглядит Вика. Видите, тоже хорошо поднялась, сочная. И совсем-совсем скоро я ее тоже срублю на сидераты. Вот так вот выглядит эта грядочка. И всего вам доброго. С вами была видеоблогер Екатерина Снетко.